Сегодня готовим домашнюю лапшу. Для приготовления лапши нам понадобится полстакана просеянной муки, одно яйцо, щепотка соли. В большую емкость разбиваем яйцо, добавляем к нему щепотку соли, все перемешиваем. Затем постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто на лапшу. Должен сформироваться такой комочек теста. Закрываем его крышкой и даем постоять 30 минут. Затем опять вымешиваем тесто. Опять закрываем крышкой и даем постоять 30 минут. После этого тесто можно раскатывать. Выкладываем его на стол, присыпаем мукой и раскатываем в тонкий пласт. Раскатанный пласт теста должен просвечивать. Оставляем пласт теста высыхать. Как только он подсохнет, переворачиваем на другую сторону. Когда тесто подсохло, его нарезаем на полоски шириной 2 сантиметра. Затем полоски складываем друг на дружку. И нарезаем от края тонкими полосками. Ширина полоски где-то 2 мм. Если вы будете готовить сразу лапшу, то такая лапша готова к употреблению. Если же будете ее хранить, нужно ее еще немного подсушить и затем хранить в полиэтиленовом пакете.
Приятного аппетита!